Елдос. 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 Это видео появилось в интернете несколько дней назад и сразу вызвало общественный резонанс. На нем военнослужащий воинской части 5516 Елдос Ажанов лежит на больничной койке, и его сводят судороги. Родственники 19-летнего парня уверены, это последствия дедовщины в Темиртауской воинской части. Елдос Ажанов поступил в городскую больницу 29 мая, а после солдата перевели в областной медицинский центр. Там ему поставили диагноз – черепно-мозговая травма, ушиб головного мозга первой степени и судорожный синдром. Что у него периодически возникают малые приступы, абсансы так называемые. Он неоднократно был осмотрен психиатром, назначено лечение, которое получается с момента поступления в реанимацию. То есть это противосудорожная терапия. Эти судороги возникают в результате последствий травмы могут быть или в результате психотравмы. Усложняет самочувствие солдата частые обмороки и краткосрочная потеря памяти. По словам родственников Елдоса, он теряет сознание до 15 раз за час. Причину этого медики не могут объяснить. Зато родные пострадавшего уверены, в плачевном состоянии парня виновато руководство воинской части, не уследившее за своими подопечными. Командование, руководство воинской части пусть решает дальше вопрос, куда его переводить. Как мы его отправили на ногах, жив-здоров, без никаких патологий, нормального парня отправили на службу, а дальше теперь пусть также его вернут домой. В связи с тяжелым состоянием здоровья Елдос Ажанов не смог дать комментарии. Но со слов родственников парня, с 18 по 20 мая его избивали трое старослужащих воинской части. Но из-за страха перед сослуживцами Елдос не стал обращаться к руководству части или в медсанчасть. А 29 мая парень потерял сознание, и его доставили в больницу. Однако военные все отрицают. Говорят, Елдоса никто не избивал. Руководство воинской части уверено, состояние здоровья солдата связано с травмой, которую парень получил еще до армии. Когда мы призвали военнослужащего, он нам говорил, что в 2011 году вместе с отцом попали в ТТП, то есть аварию. Но со слова он говорил, что никуда не обращался, дома получал лечение, лекарства какие-то там. А на самом деле говорил, да, ДТП, это первый, со слов было первые дни. А сейчас по прибытию брата он все отрицает. Говорит, что никакого ДТП не было. Я не знаю, может, брат предупредил, сказал, нельзя так говорить. Сейчас в части 5516 делают все возможное для того, чтобы выяснить причину состояния здоровья солдата. Руководство воинской части оплатило Елдосу медицинское обследование, но результаты этого обследования сильно отличаются от тех, что сделали карагандинские медики. Рядовому Ажанову сделана компьютерная томография 2, также МРТ головного мозга сделана. А по результатам никаких телесных повреждений и отклонений не выявлено. Сейчас сотрудниками военной полиции проводится доследственное мероприятие. Надеюсь, разберутся, кто виноват. Сейчас родные Елдоса Ажанова намерены добиться справедливости и наказать виновных в состоянии здоровья парня. Они просят всех, кто что-либо знает о произошедшем, не остаться равнодушными и помочь ходу следствия. Искандер Байкенов, Владимир Пороховой, новости Темиртау.